Всем привет, дорогие друзья! Я снова на канале и снова рада очень общаться с вами. Долго меня не было, прям очень долго. Я болела популярной болезнью с осложнениями. И вот сейчас все нормально, вышла на работу, в общем, продолжаю жить в том же ритме. Итак, друзья, в нашем Леруа Мерлен новое поступление орхидей. Не только орхидей, но и других цветов, но сейчас с вами нас волнуют только орхидеи, поэтому обзор только на них. Цена 998 рублей, ну, в общем-то, почти 1000. И вот такой ассортимент, друзья. Показывать буду самые интересные, хотя пришло небольшое количество орхидей. Наверное, покажу практически все. Вот, допустим, начнем давайте. То, что вы видели раньше в видео, я постаралась сделать так, что появилась табличка с названиями, потому что буду разговаривать и говорить о себе. А дальше продолжим. Это, друзья, пульсация, вы сейчас видели. Качество орхидей все хорошие, корневая замечательная, сорта не бело-розовые, как вот, допустим, мне говорят девочки, что никакого особенного ассортимента нет, бело-розовый заводит. Нет, у нас все хорошо, орхидейки можно себе выбрать, и все, в общем-то, хорошего качества. Посмотрите, листья в краб, причем в такой крупный краб, хорошая орхидейка, корневая тоже хорошая. Мне очень, друзья, понравилось вот это, рваные края. Это, к сожалению, вот именно вот этого сорта орхидеи я названий не знаю. У меня дома растет в двойной посадке такой сорт. Одна из них бабочка, другая стандартная. И хотела я взять вот эту, но думаю, ну куда третью уже, третью такого сорта, причем она не факт, что расцветет именно с рваными краями. Брать не стала. Хотя она мне очень понравилась. Моя, кстати, зацветает. Скоро, я думаю, уже покажу вам ее. Ну и как я уже говорила, что у меня этой орхидеи два сорта. И зацветают обе в групповой посадке. Вот я как раз-таки показываю то, что это один сорт, но у правой орхидейки мутация в виде рваных краев лепестков. Это еще одна кимоно. Кимоно тоже у меня есть, и сейчас как раз в полном распуске. Фотографии в соцсетях я выкладывала. Ну, обязательно постараюсь после этого видео снять для вас обзор моих орхидей, которые сейчас цветут в данный момент. Цветет, в принципе, много. Есть, которые и зацветают. Бабочки. Ну, в общем, будет на что посмотреть. Вот это очень красивая орхидея была. Она была, если я не ошибаюсь, одна. Очень красивая. Всегда на нее засматриваюсь. Но, понимаете, так много орхидей дома, что выбираешь уже прям, без которой совсем уйти нельзя. Пятнашечка вот такая, наверное, одна или два экземпляра была. В двух экземплярах была. Ну, мне пятнашки всегда нравятся, очень красивые. Те, что не в краб, а именно с пятнами, хаотично расположенными. Всегда обожаю. Кустик молодой. Корни все хорошие, сидят, растут все. Эта вся партия растет в торфе. Вот эта красивая, очень-очень яркая орхидея, прям такая розовая. Нашла ее название, Пацифик называется. Красивая. Хоть некоторые говорят, что привозят бело-розовые орхидеи, и они не сортовые. Нет, друзья, на самом деле у каждой орхидеи, если постараться, можно найти название. И оно практически у каждой есть. Есть, конечно, исключения. Вот, смотрите, Алексис сорт. Красивое, правда, название? Да и орхидея, если не смотреть на то, что она просто розовая, у нее какие-то есть прожилки, и она очень красивая. Вот эта орхидеечка понравилась, она крупноватая, лепестки прям, ну, наверное, сантиметров до 10, 9-10 сантиметров. И вот тоже вылазила табличка
сортовая принадлежность. Но у этой орхидеи очень интересно. У нее есть легкая-легкая мутация в виде сплэша. Вот если обратите внимание, есть высветленный по краям лепестка сплэш. Интересная. И очень интересный экземпляр. И корневая хорошая. Ну и как же без белой орхидеи? Ну, именно на белую орхидею, вот на эту, я, конечно, не стала искать название, потому что их просто миллион. И белые орхидеи, в принципе, меня никогда не интересовали по названию, потому что, ну, смысла в этом нет. Вот, но я решила вам ее показать. Смотрите, какие у нее интересно светленькие лепестки. Ну, кстати, если поставить ее на окно, они потемнеют. Вот это тоже, видите, сколько розовых, но они все разные. Вот это прям венозная. Единственное, что именно на эту орхидею я не смогла найти название. Возможно, это какой-то новый сортик, новый гибрид. И я старалась найти название, но не смогла. Тоже хороший экземпляр, яркая очень, красивая. Немного есть на лепестках механического повреждения. Ну, вот это всем известный сорт, пинг-понг называется. В принципе, его всегда к нам завозят, и он всегда есть в наличии. Розеточка очень хорошая и корневая очень свежая. Еще одна пульсация. Их, наверное, в этом завозе было штук 2-3, наверное. Но все не стала снимать, это просто попало под руку. Ну, она всегда такая яркая, желтенькая, красивая. Очень, друзья, понравилась вот эта орхидея. Она была одна, и цветок, я не знаю, наверное, сантиметров 10. Причем он вытянут по горизонтали. Очень интересный кожистый рисунок. Ну, красавица прям. Крутила, вертела ее в руках, хотела взять, но прям что-то остановило. И теперь, наверное, жалею. Розетка довольно крупная, хорошая корневая система. Ну, красавица, правда. Очень интересная. Пакет мешает хорошо снять, но я не хочу вытаскивать из пакета. И не советую другим это, кстати, делать, потому что если вы вынете из пакета орхидею, может случиться то, что либо вы вытащите ее из горшка, или, что еще хуже, отломаете бутоны. Ну и вот гвоздь программы, друзья. Можно было и не заметить, правда, потому что есть орхидеи, которые в пятна, но я совсем не ожидала встретить бабочку, вы представляете? Причем я не так давно купила, и вот вы уже видели фотографии, пилор этого же сорта. Ну, а теперь еще и бабочка. Ну, конечно, я ее взяла куда. Неужели ее оставлять? Наверное, будет групповая посадка. Я об этом еще подумаю. Но я прям очень счастлива была. Правда, ее не было заметно. Она стояла в общей куче. Отвернута как-то на самой верхней полке стеллажа. И вот мне повезло. А это, друзья, с прошлого привоза остался беглип. Я прям в шоке была, правда. Остался белый беглип. Я от него в восторге. Я покупала свой зимой, и он у меня до сих пор не скинул ни одного цветка. Так шапкой огромный цветет. И вот этот стоит. Я в шоке прям была. Ну, видимо, не так у нас много в городе ценителей прекрасного. Ну, на этом, друзья, я заканчиваю свой обзор. Вот эта красавица прям посередине стоит, очень крупная. Хороший завозик, небольшой, но довольно хороший. Есть из чего выбрать и чем себя порадовать. Всем до скорой встречи. Встретимся на обзоре моих цветущих орхидей. Всем удачи и пока!